второй биток уже находишь. Подключено получается. Минус. Американского снайпера нашел. Мы что-то о тебе не знаем, Вит. Может, Вит стример на самом деле. В бассейне стримишь на Твиче, сознавайся. В бассейне, да. Где? Я пошел в свой бункер. А, я его открыл как Колумб, теперь это мой бункер. Колумб. Пистолет. Где-то вот слева, рядом. Я туда выдвину. Тоже. Берета, что ли? А, вижу. Вдоль воды прыгает. Хит. Минус. Дальше еще по дороге уходит, левее. Одним метров 30 уже. Левее. Красная повязка. Белый. Убил? На дерево. Да, вот она, берета. У нас там лесопилка, походу, уже стреляется во все. О, это с теплаком. 8 уровень. Квест делает с тепловизором. Кто-то идет. Вот, за камнем впереди. Вот, по-моему. Вот, вот. Перед камнем, за дорогой. Ага. Фиксер. Бировец, точнее, по-моему. Целился на второй камень. Пусту, да? Угу. Да. А вот ремень у него, кстати. Он тут ботами, походу, резил. На лесопилке, что ли, стоит кто-то? На этой... А, там боты, по-моему, не? На какой лесопилке? Ой, этот, сторожка, перед нами. Не-не, бот, ЧПК. За нее зашел. Понял, справа бойду. Двое? Двое, один внутри, по-моему. Минус один. Точно два? Не знаю. Дал хае внутрь. Бивал за ним? Перед входом. А, значит, за ним, смотри еще. Вот я посмотрю. Я на МЧСку вернусь до Алтая. Биткоин у самолета лежит. Это... Сюда. Это опять бахает. А, это ЧВК, да. Снайпера убил. Убил его. У него воды дальше. Продолжается. В том районе. Центр леса, камень у воды где-то там. Понял. О, слушайте. Чё? А вот это меченый бункер, который на снайперской скале, теперь модный. Золотая да. Цепь, ваза, петух. Да лут добавим. Ярдим.
Вижу одного, он к кирпичке ушел. У кирпички был один. Не он? ХЗ. Ну ты кого убивал? Не у кирпички? Ко мне он подошел. С кирпички, возможно, да. Там же еще. Там же еще стандартный камень, который все сидят. Убил. Оп, ага, вот, это второй. Девита убили. Я возьму его. Да вот где-то типа убивал. Железо поднимается на вышку. Юсек, юсек, юсек. Убил? Что могут быть? Могут? Ну, могут или нет? Хоть да, у них видно же, у них КД один. Чего они могут? КД один набили, каждый по 37. Что там смотреть-то, бра? Еще петуч. По кому? Бот закрыт. Так, теперь ворон в меченке. Ворон и биткоин, слышите? Окей, понял. Они, видимо, по ценности перепрятали. Да. Второй биток уже находишь. Подключился, получается. Так это стримерские сервера. Вообще-то ты собираешь, это вообще не так. Так-то да. Мы что-то о тебе не знаем, Вит. Только ц. Может, Вит стример на самом деле. Скрывал все это время. В бассейне стримишь на Твиче, осознавайся. В бассейне, да. А я так наркую только так. АСМР проводишь тоже там же? И это все идет во время игры. И все это в этих плавках, да? В них. Узких, знаешь, узконаправленных таких. Скорее всего, там на все как значит. Блять, на антенне у меня чел. Я вовремя, точнее, вышел. Я пошел опять обходить антенну, короче. У нас тут никого, пойдем туда, что ли? Давай глянем сам. Тихо. Этого, Юси. Ходит. Он уже спуститься успел, что ли? Убил. Вот, вот и Сашка, по-моему, да? Да, Сашка. Да, значит. В смысле, Левиан, бревна уже был. Я не вижу, бревна. Ага, вижу. Где? Кто на той стороне на камне? Я ага, раз. Я понял. Там вообще ППХ вроде была какая-то. Ну ты просто убежал. Я пошел в свой бункер. Гляну, что там интересно. Ну, я его открыл как колумб, теперь это мой бункер. Колумб. Я понял. Не понял? От повального спускаешься ко второму камню, когда бежишь. Первый камень круглый такой. С дороги. Который закрытым, что ли? Ты подходишь, да, камень? Да-да-да. Видимо, что-то измерять ей. Раз что? О, вижу одного. Меченый ключ. Минус. Американского снайпера нашел. Камень егеря. Нет. Хоть бы сказал, да, как было. Бы, не? Ну, так. Где ты там шайтан ищ снайпера американского собираешь? Камень лесника. Мы под твоим бункером, который сейчас будет это... Разграблен. Чё да. Это, бля? Гробница будет скрыта. Не,
Блин, себе вак пал. Вот видишь? Я же не пошел с вами на эти бункера. Ты хотел разграбить мою гробницу, вот тебе проклятие. Херок, только стабина маленькая. Проклятие фараона. Я побежал, ты смотри, а. Извините, я тут первый занимал. Короче, вот, просто зайди, вот, как бы, это карма моя была. А, правильно, блин. Она постоянно тут спавнится, так. Где мой биткоин? Что у тебя там, петух был такой? Понь, ладно, петух, он хоть 40 тысяч стоит. Ты там прыгаешь? Это? Да. А вот где петух-то лежит, ёптыч. Я понял. Ага, видел. Отличный ход, чел. Че он взял? Гениальный ход, как от мема этот был раньше. Где старик с шахматами стоит. Угу. Бежит чел по голому полю. Я по нему стреляю. Не попал. Знаете, что он сделал? Лёг. Понял. Ты на деревне. Пошли. Каску нахер просто ему порвал сразу. А думаете, мы догоним их? Да вот. Бля, бот, не купи. Отстань. Бот страшнее, чего карстик что-то стало, не знаю. Так они там из-за леса, из-за гор. Хорошо, хоть топор не показывают, блин. Привязаны. Да. А кто это тут, а? Лутает у нас палаточку. Тихо. Все, сказал уже. Все знают. Жалоба напишешь. Ты шатаныч к леснику бежишь? Да. Перестать. Коллективную причем жалобу в арбитражный суд. Собака смелит всех, тебе потом придет. Тут, кстати, этот бомж лутанный на леснике. А, и тут мертвые баты. Посмотрим. Ну, часы. Деревянные? Да. Пушка вылезла такая. В этом доме за свет какой-то. Там свечка. А не, я тогда усердно убивала. А-а. Можно через деревню пойти. Цепочка золотая. Две золотые цепочки. И одна серебряная. Я к антенне сейчас иду. Что в доме? В каком ты находил под кроватью? Здесь? Вот иди сюда. Наглядно тебе покажу, где я находил под кроватью. Видишь? Я заберу. Не, спасибо. Да, бегает, камень. Вижу. С ремингтоном. Да замри ты, чел, ну. Где там твоя голова? Ходит, блин. Он кто-то выцеливал на суицид, по-моему. Посмотришь туда в телевизор? Он тут поубивал ботов, наверное. У него дробовик глушенный и ремингтон не глушенный. Не знаю, он ли это. Я вот снайперскую скалу не вижу. Бегает, у нас. Сзади обходит. Убил. Чувака? Не знаю. А, ЧВК забежал в крытый ангар. С Масенкой, походу, как раз таки. Там на ботов нарвался.
Минус. Донки Хантер ТВ. Голый массинист в лесу бегает. Минус один. Еще один, да? Убили, да? Двоих. Я на мечнике. Впереди тебя, в сторону второй. Так, я лег, руку лечу. Еще раз повтори. Мы слышали. Там М1А. Видишь, кусту, он? В кусту, да-да-да. С теплаком. Не шоркайтесь, не шоркайтесь. Хит. Нет, сука, он пригнулся там или что-то сделал и попал ему в плечо. Вместо головы. Крена ушла. Уходит, уходит на платник. Я на поваленном иду параллельно. Он сдох, по-моему, нет? Я дал ему хит, я не знаю. Да, убил ты его. 47-й с теплачком. Броню ему уничтожили. Снимаю уже. Место сэкономить можешь. Да, слышу, бегу туда на выстрел. Сверху вообще. Вижу его. Убил. Сделать так видос, типа, с лутом на лесу. Люди будут больше ходить на лес, а мы будем их фармить. По-моему, нормальный план. Ждем вас с 5 до 11 за лутом. Обед сейчас до 2. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.